Борец вольного стиля Василий Михайлов из Тарутино впервые в карьере стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы в Риме. Кандидат на олимпийскую лицензию. Схватки за бронзу победил болгарина Джемала Али со счетом 7-0. Победу Василию принесли два прохода в ногу, а также контратака в конце поединка. Евро было для Михайлова одним из этапов подготовки к лицензионному турниру. За путевку на Олимпиаду он будет бороться в Будапеште в конце марта. Это моя первая весовая категория на международной арене, ну, на таком уровне, на Европе, на мире. Моя весовая категория 74 килограмма. Так как я еще не завоевал лицензию, мне пришлось в 79, потому что через месяц у меня предстоит сгонка веса на 74 килограмма. Проборолся я 4 схватки, из 4 схваток я одну схватку проиграл. Сейчас вот анализирую уже, почему, как, что. Мое мнение, что вот мне надо было с первых секунд работать первым номером. А я немного осторожничал, думал, блин, сейчас как там второй период отыграю и в итоге потерпел поражение. Василий Михайлов представляет спортивный клуб «Мангуст». Его тренеры Андрей Панаитов и Петр Карабаджак. До этого у спортсмена было 3 медали на чемпионатах Европы, но только на молодежном и юниорском уровнях. Спасибо большое нашему клубу «Мангуст». Спасибо Магомеду Магдиеву, это президенту нашего клуба. Спасибо директору клуба, это Татьяна Куленко, тоже за поддержку, за финансовую помощь. Спасибо Юр-академии тоже, что она выделяет нам зал. У нас немножко небольшие трудности с залом в городе Одессе. А вот спасибо большое, что есть возможность, так как нашли время, там тренируются и дети.